Почему Майнкрафт больше не правит Ютубом? Почему это произошло? Будем выяснять в этом видео. Погнали, ребят! Сейчас Майнкрафт по сей день невероятно популярен. Посмотрите до сих пор живую ложку, у которого почти 6 миллионов подписчиков. Но есть и другие Майнкрафт ютуберы, имеющие по одному и более миллиона. Что с ними? У них просмотры как на 200-тысячном канале. Почему так случилось? Ответ прост. Они ушли от хайпа. Майнкрафт был невероятно популярен с его релиза. Всякий обзор модов, без монтажа и летсплеи имели колоссальные просмотры. Появились куча больших каналов, и чтобы выжить, нужно было снимать Майн и только Майн. Набрав популярность, многие попали в просак. Они начали снимать не Майнкрафт или вовсе не снимать, а делать другое. Например, это Бендер Чат, лазуритный гном. Аудитория Майнкрафта очень коварна. Они спокойно могут сменить и найти ютубера по Майнкрафту по душе, который будет делать видосы на хайп темы, всяческие летсплеи. Сейчас обзоры модов уже никому не нужны, и вот надо как-то выкручиваться и выживать. Где-то в 2013-2014 годах был бум Грифер Шоу и Анти Грифер Шоу. Этот формат приглянулся многим ютуберам и стали снимать подставы, как было в 2016 году. По типу «Драка с братом Грифера! Я отомстил! Сломал брата!» Встреча в реальной жизни от Грифер Шоу. Это была лютая подстава. Такие видосы уже закончили свою жизнь после лета 2016-го. Хотя и сейчас такие делают, но это обыгрывается очень скрытно и убедительно. Но это нужны всяческие силы и деньги. Гораздо легче запилить новых царьков Майна. Ну бог, эти твари захватили весь YouTube. Это уже реально деградация. В основном это два упыря просто придумывают на ходу лютую херню, подделываясь названием и превьюшкой. Такие ютуберы зарабатывают огромные деньги даже с той же монетизацией. Так почему же Майнкрафт не правит Ютубом? Ответ довольно прост. Как можно больше переманить себе уже сформировавшуюся аудиторию. Это как молодые грозные львы борются за аудиторию, а старые львы бесследно умирают. И что мы видим? Майнкрафтский Ютуб воссоздал свой вакуум и очень редко выходит за рамки, то есть в тренды. Майнкрафт оставил большой след на Ютубе, и он был резонансно популярен у многих блогеров несколько лет назад. Вот недавно был Абауди, и где он сейчас? Все поняли, что это скучная, однообразная игра. Роблокс может потягаться, но для меня это скучнейшая игра, лучше в Гаррис погамать. Что можно подытожить? Майнкрафт далеко не правит Ютубом, но создал своеобразный вакуум, который каждый человек в составляющей комьюнити может попасть или спокойно уйти. Дикая конкуренция, все новые и новые каналы по Майнкрафту сменяются старым, но культ личности Майнкрафта безгранична. Жирный Тони, что вы можете сказать про мой рассказ? Великолепно! Я дарю тебе чемпионский сундук! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ставьте, а я погнал. Пока! Precious when you smile, yeah. Hit it from the back and drive you wild, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.